Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой получили огромную посылку от Катюшки Минченковой. Катюш, ты нас избаловала! Огромное тебе спасибо и от меня, и от Макса. На самом деле радости нет предела, особенно когда мы открыли эту огромную коробку, и там оказалась большая часть кому? Мне. Да, Максимке. Мы разделили с ним наши посылки напополам. И сейчас он решил сам показать то, что Катюшка прислала ему. Ну, а потом я покажу, что же Катя прислала мне. Так что, кому интересно, оставайтесь с нами, да? Ну, показывай. Начнем мы с гелей. Давай. Мне прислали вот такой вот гель Crazy Zoo. Ты сюда ближе показывай. Вытягивай ручку. Абрикосовый десерт. Вот такая красота. Если кто помнит, я когда показывала кусковое мыло, свою коллекцию, у меня как раз вот эти вот мыло детские. Так, на Максимке фокусируется камера. Вот от этого Crazy Zoo у меня коллекция детских мыл. И Катюшка знала, что есть такая коллекция, и она решила Максимку избаловать окончательно и подарить еще и гели детские для душ. Ну, правда, они такие позитивные, классные. Ну, показывай следующий. Следующий тоже Crazy Zoo. Какое название? Ежевичное суфле. Вот такая красота. Посмотрите, какой сплошной позитив. Не, посмотрите, прямо на Максе фокусируется и все. Так бы и выпил его, какая красота. Вот так, так бы и выпил. Понюхай. Красота. Ну? Вкусно. Вкусно, можно есть. Кажется, у меня стало пахнуть малинкой. Малинка, а ежевика похожа с малиной. А. Ну, давай дальше. У нас посылка-то большая, мы тут будем до утра с тобой показывать. А это я еще не понюхала. Ну, потом уже понюхаешь. Ну, ладно. Ну, давай следующий, шустри. Дальше у меня тоже Crazy Zoo. Солнечная папайя. Вот такой позитивчик. Да. Я тоже хочу понюхать. Ой, какой вкусный. Ну, правда, вкусные они. Все такие классные. Ой, вкусняшка. Следующий. Следующий. Виноградный конфитюр. Вот такой вот. Смотрите, какое чудо. Ой, какая вкусняшка. Ну, давай следующий. Так, дальше у нас пойдут миньоны. Ну, давай. Первый у нас будет детский гель-шампунь «Капитан Сладкоежка». Ну, это про Макса. Это когда конфеты кончаются, вот он так же выглядит. Вот. А когда с конфетами, вот так. Да? Классный. Ну, давай, Сладкоежка, дальше. Хорошо. Дальше у нас тоже такой похожий гель. «Ягодный шторм». О, как проштормил Макс. Вот такой вот. Но миньонов он правда любит. Это моя любимая коллекция. Ой, как вкусно пахнет. О! Ягодный бриз. Шторм же был. Уже бриз. Ну, бриз, шторм. Ну, давай дальше. Дальше у нас уже пойдет миньон. Миньон тоже. Банановый. Банана. Да, это уже гель, детский гель для душа. Любим. Вот такой с бананом. Любимый фрукт миньонов. Ой, какой. Держи, вкусный. Ну, бананы я очень люблю. Они такие сладкие, прямо чисто зимние ароматы. Класс. Класс. Дальше у нас пойдет Том и Джерри. Катюш, спасибо тебе огромное. Посмотри. Тортик. Максу полностью... запасы сделала. У нас как раз все открыто, что у него есть. Пожизненный. Такая вот красота. У нас был шоколадный, а теперь другой тортик. Нет, у тебя такой был. Нет, у меня кекс. Был шоколадный. Кекс. У меня был шоколадный. А это кекс шоколадный. Стоп, можно понюхать? Можно понюхать. Ну, понюхай. Он? Да. Но зато тот закончился, так что уже. Новенький, да. Все равно я грустил, что он заканчивается. Угу.
Так красиво смотрятся даже все гели. Они такие прям яркие, позитивные, красивые. Дальше у нас будут бомбочки. Бомбочки у нас свои закончились. У нас в запасах ничего, да? Угу. Бомбочки, смешарики. Ну, покажи поближе. Макс такой радостный, он даже сейчас будет воображульничать, поэтому не обращайте внимания, он правда очень рад. Мама даже придумала прозвание к ним «Шарик, смешарик». Вот, вот так они называются теперь. Ну ты давай одинаково, они не одинаковые, да, они разные. Нет, баблгам все. Баблгам, но одни позеленее, а другие, вот смотри, они немножко вроде разные. Да, собрала. Вот по цвету видно, они немножко разные. Макс уже даже вскочил. Держи, кинорежиссер. Оператор тебя еле поймал. Ну давай, показывай следующее. Следующее у нас тоже бурлящий шарик. Малиновый десерт. Вот, вот такой малиновый десерт. Катюш, спасибо, что запомнила, что Максимка действительно очень любит шарики. Для него это очень-очень интересно. Он даже, вот если вы заметили, пены для ванны все у нас ушли на второй план. В пустых баночках их и нету. Мы только шариками пользуемся теперь, да? Вот так. Так что наши пены отдыхают. Ну, давай дальше показывай. Дальше у нас будет мыло. Катюшка и мне прислала мыло, но Максимка решил, что свое детское он покажет сам. Черешня и печенька. Да. У нас в запасе есть такое, но там ароматы липа и клубника. И я знала, что есть еще другие, и как-то в ролике даже упомянула, что хотелось бы найти, но я не нашла. Вот такие вот они позитивные. Красавчики. Красавчики. Вот. Смотрите, три красавчика. Маша, Медведь и Макс. В кадре торчат. Вот такое вот классное мыльце. Но я свои позднее покажу, какие приехали ко мне. Но вот это Максимкина. Вот такие. Ну, показывай дальше, что тебе Катюша прислала. Дальше у нас косметическое закончилось, да? Ага. Что будешь показывать теперь? Ластики. Ну, давай. Ластики, это все наши. Дальше у нас пойдут паучки. Вот такие паучки. Сейчас я, наверное, немножко приближу, пониже немножко. Вот такой паучок. Давай дальше. Угу. Макс из кадра выпал. Или тебя уж отодвинут. Ладно, давайте его отодвину. Дальше у меня пойдут ластики-пазлы. Ну, давай. Вот такие вот... Вот такие вот морские животные. Ну-ка. Вот разве скажешь, что это пазлы? Прямо кит. Ой, пазлы. Ластики. Разве скажешь? Ну, ведь вообще не видно, что это ластики. Кит? Какие-то статуэточки как будто. Прямо как настоящие. Да. И у кита фонтан, да? Ага. Держи. Кому спасибо-то, помнишь? А, спасибо, Катенька, большое. Вот так, помнит. Следующее показывай. Следующее, это одно из самых понравившихся мне. Это вот такой вот велосипед. Тут есть баллончик, угу. Шлем и велосипед сам. Вообще, посмотрите. Это пазл. Я все его пазлом стал называть. И это чего? Ластики. Разве скажешь, что ластики? Да, что это не игрушка. Видите, у нас Доречи пропал, Катюша. Это все из-за тебя. Доречи, это мы через сутки еще снимаем. Вчера мы только пищали. Вообще, посмотрите. Самое интересное, даже корзинка в велосипеде, и в ней, ну, типа, можно что-то даже складывать в нее. Замечательно. Прямо очень-очень понравилось. Классно. Ну, давай следующие ластики показывай. Давай. Дальше у нас ластик-пазл, зимняя коллекция. Ну, разве скажешь, что это олень или снеговичок? Угу. Давай следующие. Угу. Следующее у меня пойдет львенок, который может стоять. Да, львенок может и стоять, и сидеть. Видите, у него ножки, ручки шевелятся. Девочки нам уже присылали похожие игрушки, которые вот прям как коллекция идет вот таких стоячих, сидячих животных. Поэтому у нас даже и ластиков-то коллекция, и с
среди ластиков есть еще свои коллекционные такие игрушки. Вообще супер просто. Ну, дальше, давай дальше. Дальше у меня пойдет такой радужный ластик. У меня есть два таких, только разных других цветов. Да, Катюш, ты угадала с цветом. Такого нет, да? Угу. Вот так. Спасибо, Катенька. Угу. А это у нас оригами или бумажные кораблики. Ну-ка. Да, точно. Смотрите, разноцветные такие. Как конфетки. Угу. Да? Угу. Рад. Очень. Такая моська довольна. С одной стороны простенько, а с другой так красиво. Да. Вот так вот мы приехали с отдыха, да? А нас такое сюрпризище ждал. Да? Ой, вообще. Ну, давай следующее. Что покажешь следующее? Следующее блокнотики. Да, даже были блокнотики. Ну, показывай. Вот мне прислали вот такой блокнотик. Кексик. Да. Катюша вот такой блокнот интересный прислала. Он даже вот по форме, да, как кексик. Угу. И вот такие белые листочки. Так бы и съел его. Будет маме записки писать. Угу. Да? Если не съест, правда. Обещал съесть. Ну, давай следующий показывай. Дальше у меня пойдут вот такие вот блокнотики с животными. Надо выклинчить один. Что-то, мне кажется, Максу-то многовато. Я не против. Ну и какой ты мне дашь? А куда? Убирай, это хитренький какой. Ну. Он кошек-то любит. Этот Милину. Ну, выбирай быстрее. Какой мамочки-то? Ну, держи свой. Смотрите, какая моська печальная. Ай, спасибо. Самую милашку отдал. Отдал лучшее. Какой больше-то понравился? Вон там более милая киска. Да, вот, кстати, у него в характере это. Если ему нужно что-то кому-то дать, он отдаст лучше. Да? Будет страдать, но отдаст. Ну, показывай, что еще там. Дальше у меня будет еще вот такой блокнотик кролик. Вот такой кролик позитивный. Это Макс на батуте. Катя, это ты его, наверное, сфотографировала, когда он скакал. Ну, блокноты хорошие, они на самом деле... И яркие достаточно. Макс любит записочки писать разные. Он сейчас, у него новая фишка, видимо, взросление идет. Он у всех собирает номера телефонов, записывает их почему-то сначала на бумажку, а потом только в телефон. И вот у него такие вот бумажки собираются в отдельную шкатулочку. Да? Ну, на, складывай. Он там ближе к себе, складывай. А вот так? Да, то ты уже тут далеко, и мы ничего не видим. Ладно. Ну, что у тебя было дальше? Дальше у меня будет... Вот такие вот закладочки. Что тут прилипли? Прилипли. Вот такие закладки. Тут еще интересно, смотрите надпись. Погружаюсь в книгу с головой. Их тут несколько штук. Держи, складывай. Угу. Следующее. Дальше у меня такой вот набор. Линеечки, две точилочки и две ручечки. Нет, точилка одна и один ластик. Это тоже точилка. А, это точилка? Ага, хоть кажется, что ластик. А, точно, две точилки и карандашики. Угу. Ой, помогу. Спасибо. Давай следующее, что еще тут? Следующее у меня будут ручечки. Катюш, спасибо, помнила про 1 сентября. И даже Макса побаловала школьными всякими вещами. Ну, показывай, давай я поближе покажу. Он так пытается уже оптом показать. Вот эта ручка самолеты. Вот видно, она такая прямо вся красивая. Выделена именно большая самая. Большая, да. И две вот такие ручки. Тут... Лунитюнс. Ой, да, тут смотрите, как он называется-то. Дафидак. Вот, да. Вот такие вот две. Очень красивые ручки. Макс ручки любит. Я когда-то у тебя клянчил такую. О, у меня даже клянчил. Но я не купила, раз у него нету. Она была дорогая. Ага. Ну вот поэтому и не купила, значит. Так, ну чего следующее-то? Следующее у меня будут точилочки. Ой, точилки нам нужны. Они быстро затупливаются и всегда нужны. Ух ты, какие красивые. Вот такая акула и совенок. Да это не акула же. Ой, это дельфинчик. Дельфинчик. И вот такой совенок. Это одно из самых прелестнейших было. А почему? Ну, такая милашка. Спасибо, Катюшка. Ой, смотри, на него похож.
Похож на тебя? Очень. Правда, понравился. Ну, показывай дельфинчика. А у них еще снизу есть для большого и для маленького отдел. Это вот в этом. А там два маленьких вроде. А, ну да. Там два маленьких, а здесь вот так. Ну, зато большая. Ой, смотрите, он улыбается. Ага. Держи. Интересно, мы с тобой, наверное, уже час снимаем. А еще мое будет. Вы не расходитесь, еще я свое покажу. Ну что, следующее? Дальше у меня игрушки. Ну, показывай. Это Маша и Медведь из Киндер-сюрприз. Ой, какой хорошенький. Это Миша. Вот такой Миша. Привет, привет, привет. Привет. Дальше. Дальше. Давай, давай, давай. Дальше у нас такие вот пальчиковые самокатики. Ну-ка, ой, какая прелесть. Можно надеть на пальчик и гонять на нем. Вот я продемонстрирую. О, продемонстрируют. Вот так. Можно даже в догонялке. О, и гонять, смотрите. Все, Макс погнал, и вот я погнала. Катюш, это мы к тебе. Вот такая прелесть. Ну, давай показывай финал свой. В финале у меня вкусненькое. Ну, давай показывай. И начну я, наверное, с вкусненького хот-дога. Биг-доган. А, биг-доган. Правда, смотрите, типа хот-дога сделано. Хот-доги-то я Максу не покупаю с некоторых пор. Вот только такое. Держи. Да. И последнее. И последнее. Большое и очень милое. Ну, показывай. Готовы? Макс уже у нас профи-блогер стал. Ой. С громом. Вот так вот. Ну ладно, не воображает он. Я уже прям в роль вошел. Это в 12 ночи. Первый час ночи. Спать пора. Вот такой вкусный мишка. Есть часть. А ты съешь его? Жалко. Ну, держи. Это тебе вместо шарика. Какого? Ну, что ты Кате скажешь? Спасибо, Катюшка. Мне очень понравилось то, что ты мне прислала. Пожизненный запас гелий и пожизненный запас вещей. Ну да, пожизненно. Ну ладно, я тебя за язык-то не тянула. Будешь потом бриться, дядя такой Максим, и миньонами умываться. Ага, и мишкой играть. И будешь мишку есть, да. Я отдала Максимке все мелкое, крупное оставила стоять. И давайте я вам покажу, что же Катюшка прислала еще и мне. Были два больших набора в коробках. Вот такие большие. Но это первый я показываю. От Johnson's Baby. Было время, когда я все ходила вокруг вот таких вот мыл. Но у меня два есть. Девочки прислали, но с другими ароматами. Они бесподобны. Вообще вот у этой фирмы ароматы очень-очень приятные. Гранат я обожаю. Сама коробка оформлена вот. Наверное, видите, все такое выпуклое, красивое, прямо гранатики, как будто с ягодками. Сюда входит гель для душа, лосьон для тела по 250 мл и мыло кусковое. Ну, в общем, все, как я люблю. Все, что я очень-очень люблю. Ставлю на бачок, чтобы было видно второй набор. Сейчас я второй достану. Тут коробка чуть-чуть примялась, но ничего страшного. Вот такой уже набор аквафрут. Фруктов много не бывает, написано. И персик и маракуйя. В общем, входит молочко для тела, крем для рук и гель для душа. Вот такой вот позитивный, красивый набор. Вы посмотрите, какая красота. Вот в прошлой посылке Катюшка меня избаловала наборами. Такие они были классные, замечательные. Наверное, я так покажу. Не знаю, как поставить, чтобы вам было видно. Ну и вот так, наверное. Давайте дальше. Очень много Катя меня побаловала гелями для душа. Давайте я вам тоже их все построю и покажу. А ты Фраше. Я сама не заказываю и Фраше. Вот девчонки меня так балуют. Первый. Это яблоко. Карамельное, наверное, яблоко. Так.
Да, карамельное яблоко. У меня такой гель был в маленькой миниатюре. С огромным удовольствием истратила. Очень-очень понравился. Буду Максимкина закрывать. Так, следующий. Тоже от Yves Rocher. Ну, все почти я вам буду показывать от Yves Rocher. Катюш, спасибо тебе огромное. Это прям пополнило все мои запасы. Пряная ваниль. Вот такой вот флакончик. Очень позитивный, да? А вот само оформление очень-очень красивое. Следующий апельсин и корица. Знаете, цвет жженого сахара. Очень привлекательный, прям красивый цвет. И рука тянется, и глаз останавливается на таком красивом позитивном флаконе. У многих девочек я видела такие гели. Прямо вот очень хотелось, но не заказывала, потому что своих запасов было достаточно. Ну и вообще с Yves Rocher я не сотрудничаю, ну не заказываю у них. Я уже следующий нюхаю. Иланг-Иланг, это уже Жардан Дюмонт. Иланг-Иланга у меня не было ни разу, мне очень интересно было, как он пахнет. Пахнет очень приятно. Аромат такой классный. Хотела попробовать, многие хвалили, кто-то ругал вот этот вот арбуз астраханский. Мне очень понравился аромат. Аромат очень приятный. Достаточно густой гель для душа. Классный. О, Степа пришел здороваться. Да, Степа. Да, тут тебе нету, мое все. Следующий гель для душа — это флоридский грейпфрут. Это один из любимых моих ароматов. Кто-то любит больше там кофе, кто-то еще что-то. Все, что цитрусовое вот у них, это классно. Вот грейпфрут и есть еще с апельсином. Это мои самые-самые любимые гели для душа. Вот аромат прям, знаете, вот моешься и слюни текут. Ну и последний тоже сейчас я понюхаю. Приятный свежий такой аромат. Малазийская карамбола или карамбола, не знаю как правильно. Все в двух вариантах называют обычно девчонки. Ну не все, а кто называет, чаще я слышу два варианта названия. И покажу малышки. Две покажу вместе. Это ваниль. Видите, он даже перехватывает дыхание. Первая ваниль и второе оливки. Очень приятные ароматы. Оливковый мне даже понравился больше. Ну, ваниль у меня есть. Есть водичка ванильная вот такая вот. И был уже маленький вариант, но мне Леночка Никандрова прислала с блесточками. Ну, у нас закончился, и вот теперь мне новенькие вот такие малышки. Ну, а следующие два — это то, на что у меня, если честно, слюнки текли. Это земляника. Ну, так я ее хотела попробовать, это правда. Потому что земляника для меня самая вкусная ягода. И все, что связано с земляникой, я обожаю. Спасибо, Катюш, тебе огромное. Вот угодила, так угодила. Да еще и в двух экземплярах. Прямо сейчас отнесу в ванну, и они у меня первые пойдут в расход. Ну и последний гель для душа. Это вот такое с яблочком. Тут даже, смотрите, инструкция, как им пользоваться. Небольшое количество геля до образования пены нанести на влажное тело. Так что, если вдруг кто не знал, как пользоваться гелем, то вот тут написали. Ну, приятный, в общем, объем 150 миллилитров. Я люблю небольшие флаконы. Они и милые такие, быстро заканчиваются, позитивные и не надоедают. И остаются в памяти таким приятным воспоминанием. Вы знаете, огромное количество гелей. Катюш, спасибо. Мне, конечно, не на всю жизнь, как Максимка сказал. Ему запасы на всю жизнь пополнила. Но надолго, и я тебе очень-очень благодарна. Такие все позитивные баночки, флакончики. И так их много. Прямо огромное-огромное тебе спасибо, Катюш. Мне все хочется как-то вот объять необъятное. Чтобы все уместилось. Ну, давайте я как-нибудь вот так, что ли, сделаю. Я уж сегодня
принесла специально треногу. Давайте вот так. Ну и Катя знает, что все, что можно намазать на тело, я обожаю. Мусс для тела от Organic Shop Neroli. Такой классный аромат. Я, конечно, уже нос засунула, приоткрыла, все потрогала. Вот такая вот консистенция. Ой, ну реально классный, вкусный. Вот у него прямо, ну, консистенция, как я тут пошутила, прямо как вот суфле, оно прям дребезжит. Классный, классный. Спасибо, Катюша, это я очень люблю. Прям вот очень. Из уходовых средств была маска, маска увлажняющая. У меня кожа сухая, ну, нормальная, склонная к сухости. И поэтому все, что связано с увлажнением, это классно. Спасибо огромное от Ифраше. Я люблю эту марку, уважаю у нее все средства. Поэтому, Катюш, огромное спасибо. С огромным удовольствием буду пользоваться. Ну, давайте я покажу мыло-то. Как же мыло? Я снимала посылку, которую мне прислала Оксаночка Александрова. И показала там два кусочка мыла. Катюшка мне тоже прислала вот этих вот коровок, как я их называю, от Dolce Milk. Но вы представляете, девочки вот как сговорились и прислали разные ароматы. Вот чуть-чуть, Катюша меня спрашивала, ничего ли не побилось, не помялось. Ну вот чуть-чуть тут откололось, но я думаю, это вообще не критично. Манго и бананы. Вот такие два аромата. Оксана мне землянику и абрикос, да, я опять уже забыла второй, как называется. А здесь манго и банана. Вот такие вот два позитивных кусочка. Так, вот сюда я их поставлю, чтобы было видно. Катя знает, что я люблю свечи. Ну, наверное, это все знают. Прислала мне из Икеи вот такую свечу. Очень красивая. Ну, цвет вот такой необычный. Мне уже присылала Надюшка, Надежда Полнекс. Привет, Надюш, если смотришь. Она мне присылала ваниль и красненькую свечу. Земляника вроде. Ну, как сладкий, в общем, аромат красный. А это вот такая вот прямо интересная, серая прямо. А вот аромат какой? Кто знает, какой это аромат? Ну, в общем, вот такой. Ну, приятный. То есть вот так нюхать приятное. Не знаю, только не знаю, как аромат называется. Катюш, скажи, если знаешь. Спасибо, Катюш. Огромное прямо спасибо. Ну, покажу еще вот такое чудо. Я долго решала, что это. Вот такое вот все в пупырку. Максим сказал, мама, это мыло. Я ему поверила. Если это не так, то скажите мне. Вот оно такое оригинальное. Ну да, пахнет мылом. Видимо, это массажное такое вот мыло. Ну, интересное, 110 грамм. Такое какое-то позитивное, прям приятное. Вот. Спасибо, Катюш. Был еще бальзам. Бальзам для губ. Сама, наверное, я не прочитаю. Давайте я вам покажу. Я когда вот так вот показываю, я хоть в состоянии потом прочитать, что это. Вот. Ну, вы это прочитали, а я прочитаю уже на камере. Вот такой вот бальзам. Классный. Я очень люблю вот эти вот бальзамы у Ифраше. В прошлый раз мне Катюша присылала, и сейчас снова прислала такой бальзам. Я их очень люблю. Спасибо, моя хорошая. Ну, дальше вообще немножко меняется состав подарков. Полотенце кухонное Рогожка. Оксана с Катей, не сговариваясь, обе мне прислали по полотенцу кухонному, да еще таким, такие красивые. Прям посмотрите, к моей скатерти подходит. Смотрится очень-очень позитивно.
И в Икее еще Катюша мне лично специально купила. Посмотрите, какая красота. Вот я даже смотрю на эту лопаточку и вот этот вот на эту кисточку, и желание уже блины попечь. Вот. Сразу блинов захотелось. Ну, реально красивое. Очень красивое, позитивное такое. Спасибо, Катюш. Ну и последнее. Как максимум, самое лучшее сладкое на потом. А у меня не сладкое. У меня вот такой мешочек из органзы. Я немножко тороплюсь, потому что ролик затянулся. Макс тут развыпендривался от счастья-то. У него же посылка такая личная была. Поэтому я уже тороплюсь, чтобы не задерживать сильно. Вы посмотрите, какое чудо. Катюш, спасибо огромнейшее. Вот просто вообще супер. Такой листик, у него такой какой-то металл благородный. Так красиво все это дело блестит. Ну вот прямо играет. Блики солнечные прямо играют в этой цепочке. Очень понравилось. Вот прямо вау, как понравилось. Спасибо, Катюш. Прям вот очень. Интересно, что даже шел вот такой вот пакетик с наполнителем для цепочки, для защиты. Ну, прямо супер. Вот такая огроменная посылка. Вы посмотрите, сколько всего. Я в полном восторге. Катюш, я тебе благодарна. Когда ты мне сказал, что меня ждет на почте сюрприз, я не ожидала, что это будет сюрпризище. Я думала, сюрприз. А там оказалось вот так много, и больше половины Максимкина. Это сейчас он забрал еще все свое. Вот столько еще добавилось. Спасибо тебе, Катюш, огромное. И всем спасибо, кто был со мной. Спасибо всем, кто порадовался вместе с нами. Кто-то вообще, наверное, уже тяжело переносит, когда мне присылают девочки посылки. Но я ничего с этим поделать не могу. Посылки все равно приходят. Я очень благодарна девчонкам за такие подарки. Это очень приятно. И каждый раз оно так, ну, такой позитив вызывает, восторг. Спасибо, девчонки, огромное, кто присылал. Катюш, спасибо тебе еще раз. Всем спасибо за внимание. И всем пока.